Ну что, погнали, дружище. Погнали, елки-палки, усаживайся там у себя поудобнее. Где ты там сидишь? В туалете, небось, смотришь мой ролик, да? Я отгадал, отгадал? Отгадал или перед сном там где-то, а? Или что ты там? Что ты там, где смотришь? Говори, пиши там. Ты не стесняйся, там пиши в комментариях, где смотришь? Где ролик смотришь? Где ты, наглая рожа, смотришь ролик и еще лайк не поставил? Че, думаешь, не вижу? Ставь лайк быстро, вот поставь, потом начнем. Че ты, а? Че ты? Раз на раз? Так, ладно, ну вот, короче, может, в электричке там, в маршрутке на работе едешь, на такси смотришь, да, такой, еще, знаешь, вот так вот телефон прячешь, чтобы никто там из соседнего сидения не увидел, что ты там смотришь, как всяких купидонов убивают, да? А? Ладно, что у нас? У нас роллинг, ребята, на 51 тысячу самоцветов. Нахожусь на аккаунте игрока под ником Супра, 132 тысячи силы только. И, конечно же, я думаю, что это накопленные самоцветы. Да, аккаунтик у нас бездонатный, аккаунтик у нас бездонатный. Что у нас по ништякам? О-ля-ля, о-ля-ля, вот только на это посмотрите, елки-палки, и ништяки тоже накапливал, ништячочки накапливал, а гильдия какая? А гильдия у нас под названием, ребята, дом света, ребята, еще 5 свободных мест, так что, если что, ребятушки, вступайте, есть ВК-группа Дом Света, битва гильдий обязательно распиздуйте. Тяев тут не ждут. Вот, а мы погнали ролить. Я думаю, что здесь не хватает многих героев. В алтарь, если честно, заходить страшно. Речь не идет о созвездиях. Сейчас, я говорю, главная проблема на бездонатных аккаунтах — решать, куда ты будешь тратить самоцветы. Вот куда ты будешь тратить самоцветы, дружище? На созвездия, которые стоят просто невероятно дорого ролить? Или все-таки на роллинг героев? Слушай, ну тут как бы... Не, ну, не все так плохо. Ну, не все так плохо. Чё ты распаниковался? Все нормально. Много героев не хватает, но там даже Феникс есть. Розалинда, понятно, донатная пепельница. Фобос, донатная пепельница. А, нет, Фобоса надо выбить. Некроз и Кровавая Мэри — это донатная пепельница. Космо надо выбить. Вальтор, Макдуха — донатная пепельница. Тесса. Тесс выбить, Зефирик — донатная пепельница, Королева Оз надо выбить, Седну надо выбить, Дуэлянт — донатный, Повелитель Бури надо выбить, Повелитель, так, Полярный Лист — донатный, Оккультист, Землеройка, Укротитель, ну такое, Асура, Бард — понятно, все за донат, Ведьма, Ведьмы даже нету, серьезно, Махатма, Фрэнки, Бугимен, ну как бы тут, в принципе, я вот сейчас вам зачитал этих всех героев, может быть, вы запомнили, а у меня там мозг уже плавится, я не знаю, какой подряд роллинг записываю, но я уже забыл, кто здесь недостающий. Так что просто ролим, смотрим, что там падает. Седна, слушай, Седна вроде не было или была? Бигфут. 2020, шел 2020 год, и мы выбивали Бигфута. Так, Седна. А, Седны не было, выбили недостающую Седну. Ну, уже как бы, уже не зря все это дело, понимаешь? Понимаешь, дружище, уже все не зря. Уже как бы есть чем похвалиться. Кэнди, Палач, Фея, Шаман, Циклоп, Капитан Рогатка, Бочка, Рыцарь Тьмы — Фрея. Но Фрея-то вроде была. Фрея вроде была. Тритон, Дед Мороз, Медуза, Ниндзя, Палач, Наемный Убийца, Студенистый Рыцарь, Асура, Малышник, Ниндзя, Циклоп, Наемный Убийца, Сердцеедка, Панда Разрушитель, Студенистый Рыцарь, Королева Змей. Так, и как бы так, вот как-то не так, давай, что там, болей, не знаю, пиши комментарии воодушевляющие, что вот поставь видео на паузу, пиши: князь, у тебя все получится, у тебя все будет хорошо. Землеройка, воу-воу-воу-воу-воу.
Ну-ка, подожди, может, мы. Может, у нас тут дабл удача будет. Ну-ка, освободили места на складе. И нет, ничего. А землеройка у нас. Землеройка-то у нас. Землеройка, ты у нас недостающая? Слушай, космо надо выбить. А, землеройка, землерой, землеройкин. Господин землерой. Да, землеройка недостающая. Слушай, я уже. А все не так уж и плохо. Все не так уж и плохо. Выбили седну, выбили землеройку. Нормально. Окей, пойдет. Смотри, открываем землеройку. Дальше открываем седну. Отличненько. Отличненько. Прям замечательно. Дальше. Дальше-то что мы делаем? Дальше мы заходим сюда. Нет, не заходим сюда, подожди. А, да, мы заходим сюда. Вы не обращайте внимания, я просто подтупливаю. А, так, землеройка лучше давай. Ой-ой-ой. Чё, предмет. Вот сюда заходим. И вот это добро уже сливаем. Замечательно. Замечательно. Окей. Замечательно. Все, ребята. Погнали дальше. Кристаллический эктоплазм, 190 рыцарь, Сноузила, Бугимен. Бугимен, окей. Я не знаю, он был или нет. Седна еще одна. Вроде как бы мы ее уже выбили. Давай-ка и других героев, дружище. Миша, Варлок. Так, и как бы, окей, ладно, пошли ништяки открывать. Ваши подарки, давай. Пооткрываем ништячочков. А чё у нас тут? А чё, мы себе можем позволить. Мы себе можем позволить, друзья. Мы себе можем позволить. Надо, кстати, глянуть, Бугимен был на аккаунте или нет. Надо глянуть, был у нас на аккаунте Бугимен или не был. Так, это мы тоже открываем. Давай, тут что у нас? Прайм 7-го уровня, да? Ну, сколько ресурсов сейчас нафармим-то, а? 30 тысяч кулаков. Легендарки блатные. Идем дальше, не останавливаемся. Не останавливаемся. Продолжаем. 57 коробок, друзья. Ух, сколько книжек прилетит. Так, тут все замечательно. Дальше. 8 эмблемы на бездонатном аккаунте. Но не повезло. Выпала ерунда. Сундук лабиринта. Так. Здесь у нас что? Око, понятно. Ну, такое. Господи, какие эти доисторические сундуки. Две ремки 7-х выпало. Священный огонь 8-й. Неплохо. Дальше продолжаем, не останавливаемся. 5 осколков свалено. Просто замечательно. Просто замечательно. Не останавливаемся, лепим дальше. Так, камушек интересно выпал. Ну, здесь 1000 камней. С этим все понятно. Так, вот за счет этих коробок созданиями он сможет хорошо поднять себе силу. Между прочим, ребятушки. Это вам там не всякие бяки-шмяки рисовать на коробках. Тут сила, да, добавится, в особенности, если каких-то скинов не хватало. Прям хорошо будет. Ну, со скинов, конечно, меньше. Главное, скины на здание.
Главное, скины на здание, друзья. Скрины, скины. Я уже все. Я уже, ребят, заплетаюсь. Я устал. Все, ухожу. Но нет, надо еще доролить. У нас еще половина самоцветов, елки-палки. У нас еще половина самоцветов. Так, ну и что, давай по полной программе откроем питомцев. Откроем питомцев по полной программе. Почему бы и не да? Почему бы и не да, друзья? Летим дальше. Не останавливаемся. Так, тут такие, ну, такие семечки. И, конечно же, откроем 10 коробок осколков. И там самые-самые необходимые на свете герои. Ладно, все это ерунда. Мы теперь возвращаемся роли с героев. У нас остается 24 тысячи самоцветов. Это финишная прямая. Единственное, что еще раз хочу посмотреть. Буги-менеджер я вроде выбивал, да? Буги-мен недостающий. Да, буги-мен, слушай, недостающий был. Или, может, у меня уже в голове смешалось все с прошлыми роллингами. Не знаю, ну посмотрим. Я, короче, ребят, сейчас героев навыбиваю, а вы мне там в комментариях напишите, кто был там недостающий. Достающий. Давай 5 слотов откроем. Стрелок, медуза, друид. Вот, Асура тоже недостающий. Вот, значит, я Асуру недостающую выбил. Рина. Так, череп, медуза. Арес. Стрелок еще один. Подожди, ну сколько можно? Давай последний раз покупаю. Дальше уже героев, если что, сливаю. Сноузила. Ну, что ты тут выдашь? Призрачный всадник, арес. Рыцарь, инженер, оборотень, рыцарь. Нет, что-то как-то не складывается, если честно. Что-то как-то не... Сердцеедка, трифит, медуза, Валентина, палач. Ну-ка, стрелок, королева гарпий, суккуб, арест душегуб. Да сколько можно уже, места заканчиваются-то, а? И что-то вот как-то перестало падать, ребята. Что-то как-то перестало, ребята, падать. Находим в алтарь, прокачиваем кого-нибудь там. Давай, продолжаем землеройку прокачивать. Просто вот так вот изи сливаемся. Слили. Ну что, вот теперь реально финишная прямая. Давайте, бочка, кристаллический, королева змей, давай! Паладин, слушай, сегодня вообще фобус какой-нибудь, а там. Или оккультист выпадет, или это что-то нереальное для HG, да? А это что-то нереальное для HG. Наш роллинг сегодняшний, друзья, заканчивается. Я надеюсь, вы поддержали это видео лайком. Уже сами, пожалуйста, в комментариях оцените. Это удачный роллинг, неудачный. Пожелаю игроку Супра удачи. Вот, а я ваши комментарии почитаю, потому что я уже что-то поплыл. Я уже не соображаю даже. Короче, прям все в голове крутится, вертится. Так что всем спасибо за просмотр. Кто-то смотрел до конца, и пока.